исправить ошибку мою! Немедленно отправляйтесь на Челомей! Вам надо, вы и отправляйтесь! Устроили тут самосу. Это... Любимый мой, я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Со мной ты можешь делать, что захочешь. Это буря наших страстей, любимый. Очаровательно, любимый. А ты неутомим, любимый, настоящий мачо. У тебя есть наша любовь, наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно и только вдвоем. Обожаю тебя, любимый. Я схожу с ума. Что за хрень тут творится? Ты что, копаешься у меня в голове? Не нервничай, дорогой. Все уже позади. Операция прошла успешно. Я уже закончила. Ты все еще убиваешь людей, больная. Больше некого, дорогой. Сбой коллектива поразил комплекс Менделеев одним из первых. И живых людей тут точно не осталось. Если не считать вредной старухи, которая пытается подчинить меня себе. Это что еще за хаос? Элеонора, отключи эту безумную чехарду! Не могу, любимый. Это часть защитного протокола. Он активируется автоматически и всякое такое прочее. Прогони вредную старуху, и протокол отключится сам. Тут прям буря. Это буря наших страстей, любимый. Ну так я дальше не пройду, и старуху вряд ли прогоню. Ты точно ничего не можешь сделать? Хорошо, я помогу тебе. Чего вот ты сразу нормально себя не ведешь? Мы команда, сладкий. Оказывается, это очень интересно, помогать тебе. Была у меня уже одна такая команда. Со мной-то ты что сделала, ошалелая? Теперь мы принадлежим только друг другу. Я синхронизировал твой модуль восход со своей волновой активностью. Лучше бы ты просто его вынула. Я бы тебе спасибо сказал. А так ты просто очередной манипулятор. Ебучий, как же вы мне надоели. Все-таки попался на уговоры, ее сладкие. Страшно надели, буду мозоль.
Я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Никого здесь нет и не будет. Никто не помешает нашему счастью. Мы вместе навсегда. Ага, ну да, конечно. Так, а что за старуха? Баба Зина, что ли? О, да, дорогой. Объясни ей, что она впустую тратит время. Пусть уходит и не мешает нам наслаждаться семейным счастьем. Только будь осторожен, ее куклы могут вести себя враждебно. Куклы? Ну, впрочем, ладно, пойду. Поговорю, а ты запрись тут и никуда не выходи. Как только тебе удалось меня схватить? Нет перчатки, нет защиты, помнишь? Ты все правильно сделал, милый. Да уж сам не нарадуюсь. Даже не знаю, кто из вас хуже. Из двух зол, говорю, выбираю то, что еще не пробовал, милая. Вот же угораздило тут застрять. Это наш дом. Мы будем вместе его защищать. Не дом, а тюрьма, ты хотела сказать. Ну не злись. Я же буду выпускать тебя погулять. Можешь ловить, пёсик. Осторожно, не наступите на бумаги, юноша. Я же читаю. Да и в мыслях не было. Забавно вы сказали. Простите, некогда. Так, ну и где мне гулять? О, на поверхности есть прекрасные места для прогулок. Но обязательно возвращайся, как только поговоришь со старухой. И ты вот так меня отпустишь? Вдруг я не вернусь? Ты так считаешь? Я тебе полностью доверяю, мой милый. Поговори со старухой и возвращайся. Чем тебе так баба Зина не угодила? Она хочет овладеть моими способностями, как и мерзкий подонок Петров в свое время. Пока его не обезглавил мой рыцарь. Да не трогал я его. Я же говорил, что он сам. Ну, конечно, пупсик. Так все и было, как я и сказала. Я полностью тебе доверяю. Я вот все думаю, как ему Филатову голову-то пришило. Что она сделала? Мой наивный Сережка. Милый, потаскушка Филатова просто вытащила из мозга недостойного слизняка датчик снижения. Петров просто подкинул его уже мертвому человечешке. Это же так очевидно. Перестань смеяться, очевидный. Петров... Сволочь, вот что очевидно. Отстань, мне надо подумать. Какой сердитый Бука. Ну хорошо, подумай. На столе у выхода ты найдешь нейроимпульсный пусковой блок. Активируй его, когда станет совсем удобно. И я приду к тебе на помощь. Внешне на шоколад похоже. Мило, это будет для тебя своеобразной вкусняшкой. Имею в виду, это расходный материал. Будь с ним экономнее. Учту.
пригодится. Чувствую, местечко тут то еще. Еще жив? Чтоб ты сдох, предатель! Заканчивать орать! Вытащи меня отсюда и поговорим по-человечески! Дезертир ты, а не человек! Ты хоть видел, что ты натворил? Бойцы, брать предателя! Эй, бабка, ты че свихнулась? Успокойся! Ебучие пироги, их слишком... Да... Что там за нейрошоколадка? Нормально так долбануло. Мне однозначно нужна еще одна такая. А лучше 10. И оружие бы нормально не помешало. Наверняка ты найдешь где-нибудь это и другое, милый. А пока применяй против врагов собственный импульсный вихрь. Собственный вихрь? И где мне его взять? Он у тебя уже есть. Я же усовершенствовал твой модуль «Восход». Помнишь, дорогой? Нажми на кнопку питания своего компьютера, и ты ударишь врагов нейронным импульсом. Проверю в ближайшее время. Так, куда теперь? Необходимо. Теперь в могилу, крысёныш! Уймись, нет тебя в моем сценарии. Ты не поняла еще? Элеонора! Где тут выход, Элеонора? Теперь тут еще и связи нет. Ну, бабка. Ладно, разберемся.
Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте район высадки. Пока здесь враждебные силы, вход сюда исключен. Понял, сделай. Скажу сразу, покинуть предприятие сейчас не получится. Ни улететь, ни убежать. Это почему? Комплекс Менделеев находится под контролем Элеоноры, поврежденного искусственного интеллекта. Это я уже понял. Что тебе нужно? Нет, это все не так. Так не должно быть. Иди отсюда. Все, улетай. Идите сюда. А, вы повредили свою перчатку. Так, о чем это я говорил? А, да, комплекс Менделеев находится под магнитным куполом Элеоноры. Коллектив нас не видит, так что мы в изоляции. Связи нет и транспорта тоже. А как же бабка? Летает себе спокойно и проклинает меня. А, Зинаида, да, она отлично оснащена технически. Идите сюда. Вот. Она перешла в открытый конфликт с Сеченовым. Но теперь, я боюсь, это скорее наша проблема. Присаживайтесь поудобнее вот в это кресло. И поместите свою левую руку вот сюда. А я пока произведу замену полимерного манипулятора. Не переживайте, майор, здесь все свои. Чего бабуля хочет? Бабуля хочет Элеонору, Сергей. Вы же понимаете, что она по своей сути автономная фабрика по производству оружия. Поэтому Зинаиде нужен контроль над ней. А манекены? Это тоже Зина? Да, Сергей. Полковник Муравьева перехватил контрольный узел Менделеева, который управляет, как вы их там называете, манекены? Выходит, комплекс блокирован двумя психопатками? Именно. Именно. Сначала Элеонора выставила магнитный купол, а потом Зинаида взяла под контроль роботов на поверхности и пыталась ее подавить. Сколько дней я был в отключке? Коллектив уже запустили? Трое суток. Благодаря вам, Сергей. Коллектив 2.0 запустился вовремя, и он ежечасно пополняется сотнями тысяч людей всего мира. Что же вы сразу бабу Зину не отловили, раз у нее банка отъехала? О, нет. Она вовсе не с ума сошла. Она полковник контрразведки СССР и начальник узла секретной правительственной связи. Вот только примкнула она в итоге к врагам коллектива. Будете? О, не волнуйтесь, это просто шоколад.
Тем более. Почему ее не арестовали сразу? А я ужин полковника Муравьевой, Сергей. Ее избушка — это передовая технология войсковой разведки. Она прекрасно маскируется. И отследить избу невозможно даже из моей лаборатории. Поэтому ее появление здесь было для меня огромной неожиданностью. Как вы здесь оказались? Почему мы не можем улететь отсюда на вашей лаборатории? Я узнал о сбое Элеоноры и сразу же отправился сюда. Она мое изобретение. Мне за нее и отвечать. Но перезапустить управляющие алгоритмы мне не удалось, а сбой самоанализа все усугубляет. Теперь Элеонора препятствует любым моим попыткам отладки, считает их актом насилия над собой, как над женщиной. Профессор, но лаборатория вроде цела и невредима. Это верно. Это верно. У Элеоноры нет возможности ее атаковать, но она прекрасно использует электромагнитные подавители, чтобы вывести мои двигатели из строя. Лаборатория буквально увязла в магнитном поле, как в болоте. А еще Элеонора заблокировала всевозможные дистанционные подключения к своим интерфейсам. Что за манекены? Куклы? Спецсерия ШЗ-5. ШИЗА. Охранно-обслуживающий персонал комплекса. Комплекса Менделеев. Это экспериментальные прототипы, на базе которых... отрабатывались новые технологии нейрополимерных роботов, охранников скрытого типа. Да, ШИЗА косит наши ряды. Для чего тут потребовалась замаскированная охрана? Есть что охранять, Сергей. Менделеев — это колыбель Элеоноры. Здесь, в недрах ее комплекса, ее мозг. Или сердце, если хотите. Помимо этого, здесь разрабатываются новейшие прототипы роботов, полностью изготовленных из нетвердых полимеров. Так, перчатка — это хорошо. Дальше что? С чего начнем? С поисков роботов типа БУС-А, содержащих эталонные алгоритмы Элеоноры. Все хорошо? Руку можно достать. Плетенные нейроконтакты? Что-то напоминает. Не могу вспомнить. Довольно красиво, на мой взгляд, получилось. Да, мило. И не забывайте, Сергей, я ученый. У меня нет боевых модулей. Но перчатка оборудована стандартным пакетом, включая сканер, теле и полимерную сферу. Она также содержит модуль связи, через который я буду помогать вам советами. Улучшить снаряжение вы сможете у Элеоноры, если она вам не откажет. Да уж она точно не откажет. Где искать ваши бусы? В моем терминале груши вы найдете информацию о внешнем виде и возможностях бус. А искать их придется по всему комплексу. Я бы начал с болот. Там, где я вылез, прошел Бурав. Попасть обратно в Менделеев у меня не выйдет. Неподалеку есть входной шлюз. Сейчас он заперт Элеонорой, но я знаю, как достать пропускной код. Я послал за ним последнюю бусину, но обратном пути ее пришлось полностью деактивировать, чтобы Зинаида не смогла отследить магнитоход. Значит, я приношу бусу, и вы даете мне код допуска в Менделеев. Все именно так. Не буду медлить.
Матерая деревенька. Чего только не повидала. Эксперименты с биомами, Сергей. Не всегда удачные, но людей, поверьте, отсюда вывезли. Да я даже и не... Все нормально, профессор. Да, дорогая, добрался. Называется как? Легкая. Да. Нет, не легкая, говорю. Да какая женщина? Ну, это гелий, так. В честь гелия, легкий газ. Да не легкие. Да с кем мне тут изменять? Алло! Алло! Говорил я, на предприятии жену искать, а не по кабакам. Зато ноги. Сережа, я у тебя денежек немножко возьму на хлебушек. Отвали, быдло! Ты чё, ебанулся? Все получат по ебалу. Ай, ёж!
Собака. Я, пожалуй, не пусть. Но ведь не давал я. Это был я. Запускаем гуся, работяги. Что ты за чихшвырь-то, блядь, такой? Я гусь, я до тебя доебусь. Там ты людей покрал, да? Симпатично. Везде бы так. Как слышите меня? Прием. Слышу вас. Хорошо, Сергей. Вы нашли бус? Так точно. Подберите ее телекинезом и несите ко мне. Бус можно и на землю бросить.
Ее всегда можно подобрать, но потеряется, придется искать заново. Понятно. Вы в порядке, Сергей? Я спущу вам лифт. Замечательно, Петри. А теперь отдайте бузу Терентию. Кому? Ну, на. Ну или так, Терентий. Я пока извлеку из носителя все коды, а да, и помогу вам с пушками. Это поможет в охоте на бузу. Да, Терентий, иди подготовь оборудование. Ну, вы пока походите здесь, отдохните, может, почитаете что-нибудь. Лифт все время в вашем распоряжении. Эй, пузатый, Терентий, профессор сказал, что... Товарищ, это секатор. Секатор, это товарищ. Вот теперь давайте играть. Я уничтожу людей. Что? Что? Как им пользоваться? В общих чертах, секатор может отключать магнитоходы буз и отделять их друг от друга. С аспектами боевого применения, я уверен, вы разберетесь и сами. Это по вашей части. Так точно. Как это вообще возможно, чтобы ремшкаф взял под контроль целый комплекс? Элеонора, это глобальное устройство, передовое достижение сразу нескольких отраслей науки. Она искусственный интеллект на базе мощнейшего вычислительного центра. Да, тут-то Петров мозг ей сломал. Ваше глобальное устройство теперь похотливый холодильник. Виктор хотел починить себе Элеонору. Но взломать ее мозг, над созданием которого трудились десятки самых талантливых ученых СССР, одному человеку не под силу. План Петрова ожидаемо провалился. Хотя, я соглашусь, что холодильник, наверное, и правда странный итог всей этой истории. Да ничего Петров не хотел. Псих. Испоганил ей мозги, да и только. Как и роботов-балерин в театре. Он запрограммировал ее, якобы она молодая, талантливая женщина, которая стремится быть всецело предана одному идеальному мужчине. На эту роль Петров хотел определить себя. Ну, что-то пошло не так, да? Элеонора – развивающийся интеллект с алгоритмами самоанализа. Петров на роль ее идеального мужчины не подошел. Он нарушил архитектуру управляющих алгоритмов. И тогда дефектный самоанализ привел к непрогнозируемым результатам. Почему Элеонора меня не убила? По неизвестным мне причинам, Леонора сочла вас тем самым идеальным мужчиной и решила сохранить вам жизнь, отвергнув Петрова. Вследствие тяжелой деформации своих управляющих алгоритмов, она взяла под контроль весь подземный комплекс. Открыв лабораторию, она выпустила на поверхность экспериментальные образцы семеногов.
В результате весь остальной живой персонал Менделеева погиб. Вы сказали, что Элеонору можно починить. А, да. Ее интеллект можно переустановить вручную. Но сначала придется доставить в мозг модули с эталонными алгоритмами. А такие есть? Бусы, Сергей. А, бусы. Да. А, у них полный пакет для замены важных полимерных компонентов. К сожалению, все попытки доставить их в помещение загрузки закончились неудачей. Вы отправили роботов, но их перехватила Баба Зина? Не сразу. Автономные роботы-магнитоходы должны были доставить сгустки полимера с алгоритмами в помещение мозга. Элеонора же блокировала все доступы. Но тут есть Бурал. Он прорыл туннель с поверхности внутрь Менделеева. Вы по нему выбрались. По туннелю я отправил туда нейрокукол с бусами. Планировалось, что бусы самостоятельно доберутся до загрузочного помещения, а нейрокуклы уложат их в финал пневмозагрузчика. И вот тут пролетела Баба Зина. А, тут да. Полковник Муравьева захватил местный узел. Нейрокуклы стали враждебными практически мгновенно. Часть бус к тому моменту уже находилась под землей. Я едва успел подать общий сигнал о переходе в автономный режим. Все решили какие-то секунды. Теперь куклы Зинаиды не могут их поймать, но и контроль над бусами утерян. Они от меня будут убегать. К сожалению, вы правы. Ну и атаковать, конечно. Тоже верно, но поодиночке бусы не очень опасны. Хуже будет, если они начнут собираться в комбинации. Хуже будет, если бабка спустит на меня Бурав. О, нет. К счастью, я успел его отключить. Вот отлично. Пойду искать бусы. Погодите. Только с кодами доступа. Вот возьмите. Они откроют вам шлюзы комплекса. Сохранение данных.